В Анапе проживает более 35 тысяч молодых людей, и главная задача молодежной политики – обеспечить их занятость и досуг. Студенты средних и высших учебных заведений, школьники, воспитанники военно-патриотических объединений, подростково-молодежных клубов, жители и гости города активно участвовали во всех мероприятиях. За этот год Управлением по делам молодежи проведено 1457 акций разной направленности. Самое главное событие уходящего года – Сочинская Олимпиада. Было сделано все для спорта и для победы. В зимний период в Анапе проходили грандиозные мероприятия и праздники, посвященные торжественному открытию 22-х Олимпийских игр в Сочи. Лучшие спортсмены города зажгли свои олимпийские факелы. Мероприятия в поддержку Олимпийской сборной России в очередной раз доказывают: вместе мы победим. И победили. Творческая программа, которую мы везем в Сочи, была утверждена Международным Олимпийским комитетом. И уже с октября месяца мы готовимся, репетируем, пошиты новые костюмы. И с 10 февраля наши анапские коллективы будут представлять наш город в Сочи. Волонтеры, работающие в Сочи, вернулись с большим впечатлением. Признались, столько эмоций они не испытывали никогда. Волонтеры свою лепту внесли. Анапчан нас послали. Не победили! А мы работали в прибрежном кластере. У нас наш объект был «Шайба», и рядом работали на фиште. Открытие, закрытие. Все наши анапчане участвовали и в закрытии, и в открытии. С нашей помощью победили россияне. Мы заняли первое место на Олимпиаде. Энергетика, сумасшедшая энергетика. В самом зале, на самих этих соревнованиях, просто невозможно передать. Вот эта энергетика, она больше всего поражала. Люди так болели, кричали: «Россия! Россия! Вперед!» Вот это вообще не забываем. В течение года проходили патриотические мероприятия, концерты, флешмобы, чтобы сохранить и приумножить богатство нашей страны. Детям рассказывали, как важно быть патриотом. Проходили акции, посвященные Дню Победы в качестве символа памяти и воинской славы. Анапчане получали георгиевские ленты, которые разлетались за несколько минут. Наше поколение отцов своих хорошо помнит и дедов. Поэтому, соответственно, только за эту акцию. Необыкновенно важно. Это память. Это у человека патриотизм и любовь к своей родине воспитывает. Впервые в этом году в Анапе прошла летняя оздоровительная программа «Велобум». Участники посещали теоретические и практические занятия по велотуризму на открытом воздухе и закрепляли полученные навыки походами. Всего проведено 24 велопохода, объединивших 240 человек. «Велобум» – альтернатива душной комнате, монитору компьютера. Цель гонки – повысить рейтинг велоспорта среди молодежных увлечений. Вся работа направлена на позитивную занятость подростков и молодежи и пропаганду здорового образа жизни. Это и досуговые, профилактические, военно-спортивные, спортивные, патриотические мероприятия, фестиваль молодежного творчества, различные первенства по пешеходному туризму, фестивали скалолазания, соревнования, конкурсы, слеты. Все это доказывает, молодежная политика в Анапе организована на качественном уровне.